Всем привет, с вами Антон Печеров, и сегодня я немножко расскажу о программе Chevrolet Explorer. В данном видео будет версия 1.8 этой программы. Вот. Чем хороша эта программа? Она умеет работать хорошо с ЭБУ, с мозгами наших автомобилей Chevrolet. Вот. При этом она может быть как с мозгами двигателя, так и с мозгами подушек. То есть она незаменима для сброса ошибок модуля подушек. Вот. Значит, и она устанавливается просто, далее. Вот, она, дальше мы заходим в программу, выбираем пункт «Установить связь» в верхнем меню и нажимаем на наш используемый ЭБУ. В моем случае это MR140. Далее мы можем посмотреть паспорт ЭБУ. В принципе, здесь у нас MR140 информации достаточно мало, вот смотрите сами. Вот. Считать текущие параметры работы мотора. Вот я выбрал все. Что мы видим? Значение давления в впускном коллекторе. Текущую скорость, угол опережения зажигания, температуру впускного воздуха, положение датчика дроссель. Вот мы нажимаем на газ, оно сразу меняется, то есть вот в режиме реального времени. Массовый расход воздуха, нагрузка на двигатель, желаемый фактически оборот хвостового хода, напряжение, которое считывают мозги. У меня оно, кстати, низковато, 13,8, при том, что в ней нет никаких потребителей. Сигнал датчика положения дроссельной заслонки. Сигнал двух датчиков кислорода, у меня на втором ДК стоит обманка, поэтому сигнал по нулям. И из-за этого вылезает ошибка 137. Далее, долгосрочная коррекция топливоподачи и краткосрочная коррекция топливоподачи. Вот это можно сказать отдельно, но смысл такой, что это корректировка состава смеси по результатам обратной связи. Сигнал датчика уровня топлива, положение контрольных ламп, положение клапана продувки адсорбера, текущие шаги этого привода, положение регулятора добавочного воздуха, он же регулятор хвостового хода, температуру можно посмотреть, вот, барометрическое давление, которое измеряется вот, на 97 килопаскалей, соотношение воздух-топливо, то есть вот, на 14,6 это почти что идеальное, близко к идеальному 14,7, время работы двигателя после запуска, время впрыска. Ну вот, наживаем положение хвостового хода, 6 шагов, то есть они совпадают. Наличие запроса кондиционера, и потом управление реле бензонасоса, то есть все, что знает ЭБУ у нас. Далее, что тут еще есть интересного? Температура охлаждающей жидкости при запуске, в момент запуска мотора. Температура охлаждающего воздуха, можно посмотреть, насколько это все адекватно выглядит. Вот, температура катализатора, мгновенный расход топлива, вот, это часовой, потому что мы сейчас на хвостом ходу. Можно так посмотреть при помощи этой программы и расход топлива фактически мгновенный по пробегу. Вот, оно также умеет мерить топ, сколько из расхода топлива за сеанс связи. То есть мы поедем с этой программой, приключенной к этой программе, мы можем померить расход топлива на поездку. Вот, и посмотреть, сколько было расчетное и фактическое. Дальше она здесь умеет считывать ошибки, потому что у нас ошибок нет, и при необходимости их очищать. А также строить различного рода графики. Вот, например, вот здесь вот показано давление в впускном коллекторе, скорость, угол опережения зажигания, температура впускного воздуха, положение дроссель. Вот, нажимаю на дроссель. Надо немножко повозиться, чтобы оно показывало то, что надо. Но смысл такой, что здесь данные эти есть. Но как обновляется. То есть можно пролистать какие-то наборы параметров. Я просто с этой менюшкой не разбирался. Вот. Так что вот такая вот полезная достаточно программка. Вот. Которая позволяет что-то нам узнать о наших машинах. При этом она работает по K-Line. Вот у меня используется самодельный адаптер на базе микросхемы FDI-232FT. Вот. Все достаточно просто и удобно. Так что, если есть возможность, пользуйтесь такой программочкой. Все, спасибо за просмотр. Всем пока.